Форум «Алматы-Инвест» 2014 в этом году привлек в свои ряды таких легендарных коммерсантов, как Джим Роджерс, бывший мэр столицы Колумбии Энрике Пеньялоса, известный голландский урбанист Георг Урхан и бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон. Всего в дискуссиях о развитии Алматы приняли участие около 400 предпринимателей. «Инвестфорум» проходит уже во второй раз, и участники отмечают, что такие встречи дают возможность не только получить открытую информацию об объектах потенциальных вложений, но и на месте обсудить подробности инвестирования. Они расширяются с каждым годом. В этом году список расширен приватизацией государственной собственности, упрощением процедур по государственно-частному партнерству, в том числе и в части строительства платных дорог, легализацией капиталов, которая, по ожиданиям экспертов, укрепит казахстанскую экономику на 10-12 миллиардов тенге. В Алматы интересной для инвесторов стала, к примеру, индустриальная зона в Алатауском районе. Уже в первой половине дня был подписан меморандум о сотрудничестве на 2015 год между Акиматом Алматы и АО «Национальный управляющий холдинг Байтерек». Свое желание инвестировать в Казахстан высказали также звезды мирового бизнеса. У меня не было намерения инвестировать в Казахстан, когда я приезжал сюда в 90-м году или в 99-м году. Но сегодня я изменил свои планы. Я буду вкладывать свои деньги в Казахстан.